Овен нас ждет день принятия решения и отказа от всего лишнего. Конечно, все выбрасывать на свалку не стоит. Пересмотрите мысли и вещи еще раз. Телец будет находиться не просто в центре внимания, но и являться настоящим двигателем прогресса. Вас даже поблагодарят коллеги за то, что наконец-то растормошили мутное болото. Близнецам нежелательно отвлекаться от работы. Многое будет зависеть от концентрации внимания, ответственного подхода к делам. Отлично пройдут мероприятия по сбору информации. У рака все думы будут о том, как прожить месяц без денежных потерь. Столько запланировано покупок, что даже экономить не получается. Паника будет у бизнесменов. Льву придется изо всех сил смириться с действительностью. Вам вряд ли получится что-то изменить в жизни. Финансовая ситуация улучшится у тех, кто занимается стройкой. Деве нужно взять себя в руки при любых обстоятельствах. Если бегать и кричать, что все пропало, толка не будет. Можно даже уединиться и проанализировать ситуацию до мелочей. Весам стоит провести день в свое удовольствие. Конечно, до беспредела доводить ситуации не стоит, но отдыху, души и тела посвятите максимум времени. Сегодня Скорпион будет раним и уязвим, что уже странно. Возможно, силы и энергию вы полностью вложили в карьерные вопросы. Аккуратнее с выбором окружения, на вас кто-то точит когти. Главное, чтобы Стрелец понимал, он никому и ничего не должен. Спокойно выполняйте работу и помогайте коллегам. Вот и вся арифметика жизни. Как бы ни старался Козерог прыгнуть выше, не получится. И дело не в том, что у вас ноги короткие или ума не хватает. Вы еще не прошли уровень, после которого открываются карьерные перспективы. У Водолея будет масса претензий к человеку, с которым он решил завязать сотрудничество. Если это творческая стезя, здесь можно не заморачиваться. По поводу денег обратитесь к другу. У рыб настроение будет как у парящей в летний зной бабочки. Вы решите жить по принципу «дорожи каждой минутой, радуйся и порхай». Увы, некомфортные ситуации будет трудно обойти.